А в Алматы участились случаи мошенничества с покупкой и продажей жилья. В общественной приемной Нур-Отана обработали десятки обращений жителей, большинство из которых касаются проблем с реализацией недвижимости. Члены партии пообещали все жалобы горожан рассмотреть персонально, при необходимости запросить информацию в Генпрокуратуре и Верховном суде, а также направить в ведомство данные обманутых людей для скорейшего разрешения ситуации. Есть пробел и в законодательстве, и в организационном порядке, когда не полностью оформляются документы на жилье. И очень трудно доказать впоследствии правоспособность этого человека, который вполне легально, законно совершил сделку на продажу или на куплю жилья. Вот были даже случаи, связанные с фактами мошенничества в многодетных семьях.